Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня мы посмотрим удаленную реакцию Фила на песню Самалтау. Мне кажется, это одна из немногочисленных реакций Фила, в которой ему было совсем не до шуток. Йоу, как поживает моя банда? Во-первых, извините, что меня не было почти целую неделю. У меня было пищевое отравление, и я с вечера пятницы почувствовал себя плохо. Это была просто катастрофа. Я провалялся на лекарствах все выходные. И только сегодня, слава богу, почувствовал себя лучше. Во-вторых, много людей напомнили мне мои слова, когда я говорил, что мне нравится, когда поют на своем родном языке. Но к Димашу это не относится. И многие сказали, ты даже не слышал, как он поет на своем родном языке. Приношу свои извинения. Я не могу знать все языки мира. Они отправили мне ссылку, и я благодарен им за это. Фестиваль Tokyo Jazz, и он тут поет на своем родном языке. И я должен посмотреть на это. Я хочу посмотреть, как он поет на своем родном языке. В общем, мне это нужно. Я должен это услышать. Короче, мне нужно это посмотреть, потому что все говорят, что я это не слышал. Поехали! Итак, это будет в студии. Итак, что это за инструмент? Я должен знать. Напишите мне, как он называется. Я-то погуглю, но и вы тоже напишите. Как вы видите, это очень-очень народный, очень-очень традиционный. Это традиционный национальный инструмент. Напишите мне как можно больше об этом, пожалуйста. Я просто должен это сказать. Даже не важно, какой это инструмент. Инструмент есть инструмент, так как компьютер никогда не сможет заменить сам инструмент. Компьютер никогда не будет так звучать. Компьютер всего лишь имитирует звучание инструмента, но он никогда не воспроизведет дух инструмента ручной работы и игру живого человека. Это даже не обсуждается. Он как будто медитирует. А нет, он собирается расшатать пару октавочек сегодня. Да что такое? Я сразу покрываюсь мурашками. Это еще даже не успело начаться. Как это так? Ладно, ладно. Успокойся, чувак. Он же даже не начал. Ладно, продолжим. Его голос. О чем он поет? Мне тут нужны субтитры. Что он говорит? Ё-моё, здесь нет субтитров. Ну что ж, без субтитров, так без субтитров.
Хорошо. Спасибо тебе, YouTube, за это. В любом случае, я уверен, что это будет красиво. Извянки, извянки, но мне нужно начать сначала. Нужно Адам Сиафте все опять прослушать сначала. Извините, но мне нужно было остановить, так как меня продолжает мурашить. И у меня что-то вот тут в горле. Извините, но я все-таки человек. Смиритесь с этим. Пожалуйста, давайте опять назад. Шуап күндік кескен айнам қайран елім ай Атты беспін жаяу бар Жаяу таңда таяу бар Он біз күнді жүрген соң Он пұшаққа ел Я не понимаю ни одного слова. Да и мне не нужно это понимать. Мне это не нужно. Я уже в том месте, куда он меня перенес. Я уже здесь, в этом мирном, безмятежном месте. Просто из-за того, что он так поет. И это самая прекрасная вещь в музыке. Ведь музыка – это универсальный язык. Мне не нужно даже знать, о чем он поет. Но я хотел бы знать, напишите об этом. Закиньте мне слова песни в комментарии. Но самое прекрасное в этом – это эмоция, которая исходит от него. Энергия, которая исходит от него. Музыка сама расскажет. Этим языком инструментов и голосом чудесного артиста. Вот в чем сила музыки. Давайте вернемся чуть назад. Извините. Блин. Боже мой, если бы он пел это на сцене, в заполненном зале, то всем была бы хана. Меня бы там вообще разорвало бы на две части. Прям ровно пополам. Это просто нереально. У меня такое чувство, как будто он взял меня на некое путешествие. Я будто попал в средневековье. Прямо сейчас, как будто я посреди джунглей и девственной природы. Прикиньте, он меня сюда занес. Меня не волнует, какую музыку слушать. Я знаю, что многие ошибаются и думают, что я слушаю рэп, шмэп и так далее. Но, во-первых, я слушаю саму музыку на этом канале. И если для вас это тоже что-то нереальное, мне без разницы, понимаете вы, о чем песня или нет. Но если вас это вообще не зацепило, то извините, вы не разбираетесь в музыке.
Вот тут же вся суть музыки. Это не то, что было придумано в наши дни. Это народная музыка, которая пришла к нам сквозь века. Эта песня рассказывает нам целую историю. Если я посмотрю, о чем она, то за этой песней, наверное, стоит громадная история. Эта музыка доносится до нас из далеких времен. Просто дух того времени, перенесенный музыкой. Если вы не способны оценить по достоинству эту музыку, то вы не понимаете в музыке ничего. Потому что это то, откуда музыка зародилась. Я не говорю, что именно этот жанр. Я говорю про инструментальную музыку и пение. Это могущество истинного артиста. Всем мира. Ох, если бы Фил знал слова этой песни, то его глаза стали бы мокрыми намного раньше. Но он прочувствовал, возможно, 30% из того, что есть в этой песне. И ему этого хватило. Всех люблю, всех обнял. Всем мира.